Два голоса в этот вечер сольются не один раз. Так начался финальный концерт вокального проекта «Две звезды». 8 пар любителей решились освоить вокальное искусство за пару месяцев и не побоялись предстать перед строгим зрителем. День Х настал. До выступлений считанные минуты. Собрались дуэты, которые любители, не профессионалы. Но я им очень благодарна, так же, как и наставникам, то, что в течение 2 месяцев все репетировали каждый день. Это очень трепетно. Это такой подвиг решиться выйти перед публикой людям, которые ранее никогда не пели. Поэтому, конечно, я очень переживаю. Сами участники переживают не меньше, а даже больше. Каждому дуэту предстоит исполнить 2 композиции, над которыми упорно работали. Не все проходило гладко, не скрывают сами исполнители и их наставники. Но все вместе уверяют, оно того стоило. Смотрим, радуемся и любуемся. Причем радовались все время, пока собирались, пока репетировали, потому как каждая встреча, ребята открывали для себя что-то новое, удивлялись себе, что, оказывается, они это могут, потому что некоторые сомнения были, вот, у разных пар все по-разному относились. Но вот сейчас все просто наслаждаются процессом. Зал полон, и совершенно очевидно, что большинство здесь наслаждаются процессом. Сегодня они не судьи, а группы поддержки. Ведь абсолютно каждый, кто оказывается на сцене, испытывает учащенное сердцебиение и дрожь в голосе. Но пары умеют вовремя сконцентрироваться и собрать овации в свой адрес. Например, как известный в городе офтальмолог Сергей Верба. Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой есть он родня. Сам намазано, прокурено. Смотри, дождешься у меня. Наш первый опыт выступления за все время. Ну, я думаю, что дальше будет еще лучше. Но наша вторая песня, которая будет, она будет сложнее. Поэтому мы, конечно, еще больше волнуемся. Но тоже надеемся. Да, ну, в целом мы довольны. Мы очень рады впервые принять в таком масштабном мероприятии участие. Очень благодарны Наташе Бут и всем нашим наставникам, которые помогали нам справиться и с волнением, и поставили наш прекрасный чудный голос. Организатор Наталья Бут долго вынашивала идею шоу. Участники нашлись быстро, как и наставники. И все в этот вечер, который стал праздником, всерьез говорили о продолжении проекта. И кто знает... Ведь всегда найдутся те, кто готов покорять неизведанное. 8 дуэтам на этот раз вершина покорилась. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.